Глаза в глаза. Автор из Ленирам читает Кэт Вилд. Из записок инсайдера. По намджуновой собственной теории, песни с точки зрения процесса их написания можно разделить на несколько видов. Первое. Песни, когда прилетела мелодия, и надо под нее намонстрячить слова. Но намонстрячить надо по-быстренькому, если ты хочешь, чтобы она попала в следующий альбом, а не осталась в твоей знаменитой папке «Эрчивос». Навеки вечные или пока вообще нечего будет в альбом пихать. И поэтому ты монстрячишь текст, который некогда ни доработать, ни вычитать. И из-за него немного стыдно. Но мелодия великая, поэтому хер с ним. Пусть эти придурки троллят и лыбятся ехидно при каждом удобном случае. А когда потом Арми начинает искать в этом тексте глубокую символику и ключевые мотивы, и СМИ задают тебе глубокомысленные вопросы о том, как писался этот шедевр, ты можешь вспомнить только, как у тебя во время написания чесалась нога или поджимались руки. Второе. Песни, когда прилетел текст, и он гениальный, и гениальный во всем, в том числе и в своем нежелании ложиться на какую бы то ни было мелодию. Вот не ложится, сука, и все. Потому что, видимо, рожден быть стихотворением, а его пялят в песню. А рожденному летать, как говорится, ползать неохота. И тогда ты начинаешь изобретать велосипед со встроенным джакузи, то есть насильственно совмещать несовместимое и впихивать гениальный текст хоть в какую-нибудь мелодию или хотя бы тупо какой-нибудь приемлемый бит. Но, как говорит двоюродный брат Намджуна, в нашей жизни все впихуемо. А брату видней, он дизайнер интерьера. Поэтому текст в итоге впихивается в мелодию, и получается песня, за которую тоже немного стыдно. И придурки троллят, и лыбятся еще ехиднее, особенно тот мелкий сахарный придурок, который эту мелодию в итоге пытается аранжировать, громко матерясь и насылая на Намджуна все известные миру проклятия. Третье. Когда не прилетел ни текст, ни мелодия, но написать тупо надо. Причины могут быть разные. Нужен фарш для альбома, ибо дыры. Кто-то хороший знакомый хорошего знакомого сильно попросил коллабнуться. А этот хороший хорошего как раз по совместительству хайповая звезда. Соответственно, надо быть дураком, чтобы не коллабнуться. Намджун не дурак. Во всяком случае, он так думает сам. И так говорят другие. Поэтому он скрывается с ноутбуком на коленках от действительности и пытается выродить хоть что-нибудь, что покатит на коллаб. По закону подлости, на заказ всегда получается крайне херово. Особенно, когда ты сидишь и знаешь. И сам знаешь. И все эпиди, включая центрового, как один поддакивают. Что вещь должна получиться модной, стильной, молодежной, чтобы прыгать по топам и чартам, как горячий хот-дог на сковороде. Получается так себе. Всегда так себе. Но промоутиться и пиариться подобная хрень всегда на разрыв аорты. Поэтому, честно сказать, прокатывает. Худо-бедно, но заходит на публику. Ну и читы-де с ним. Четвертое. Песни, которые... Ну вот хер его знает, как они написались вообще. Потому что единственное, что помнит Намджун о процессе написания, это что он не ел, почти не пил, практически не спал. И вообще, кажется, в этот момент не существовал. Такое ощущение, что тебя макнули куда-то в смежную реальность, выжили там до капли, а потом затолкнули назад в этот мир. И оказывается, пока тебя не было в собственной реальности, ты песню написал. И песню настолько крутую, что сам не веришь, что написал ее именно ты. Что ты вообще мог написать такое? Ну вот просто откуда в тебе это все? И где это было раньше?
Единственное, что указывает на истинность происходящего, это ощущение тотального эмоционального похмелья. Будто бы ты где-то все эти дни бухал с последствиями. И теперь в теле пустота. В голове тоже пустота. Но шумящая. Бывает, оказывается, и такая. Но вот сердце наполнено как никогда непонятным чем-то. Предвкушением, что ли. Ожиданием любви. И вот за такую песню не стыдно. За нее не троллят и ехидно не лыбятся. За нее смотрят настороженно. Мол, ни хера себе, чувак. Мол, бро, я горжусь, что ты мой бро и все такое. Мол, нам Джонни Хён, держи-ка, я тебе сделал кофе, как ты любишь. Мол, а я нам Джонни Хён за печеньями сгонял. Помнишь, тебе в прошлый раз те шоколадные с орешками понравились? Мол, ты Рэмоним, если пиво захочешь или еще чего, так я мигом сгоняю, серьезно, только скажи. И самое главное, мол, я так тебя люблю, что мне даже страшно. Иногда мне кажется, что меня разорвет изнутри. Господи, какой же ты потрясающий! Неужели вся эта куча гениальности моя собственная? В смысле, она твоя, конечно, но ты же мой, поэтому... Ну, ты понял, что я хотел сказать. Амджуни, подожди, не слюнявь мне футболку. Я только что переоделся. Ну, вот Айш, подожди, я сам сниму. Да что ж такое-то, я же не убегаю никуда. Ух, вот тогда сделай еще раз, да. Я так считаю, что в этом есть какая-то высшая несправедливость. Ну, почему и весь талант тебе, и губы такие тебе, и ноги такие... Тоже тебе. У меня претензии. Так нечестно. Намджуни, ну не смешно. Отпусти мою ногу. Я же боюсь щекотки, ты же знаешь. Ай, да что ж такое? Ладно, честно, честно. Ну скажи. Хобби мое солнышко. Да. Хобби мое солнышко. Счастюшка. Нога. Хобби. Самый красивый мальчик на земле после Сагджина. Потому что... Говори, как я сказал, я не удивлюсь, если Джин Хён нас пеленгует на эти темы всех тут. Да, так что да. За такие песни не стыдно. Еще на заре общебантании карьеры Педеним собрал их в гараже перед записью и сказал. Бойцы, я сейчас скажу вам одну вещь, и вы должны запомнить ее на всю свою жизнь. Выступать перед огромной толпой всегда проще, чем перед одним человеком. Всю вашу жизнь вас будут убеждать в обратном, пытаться развить в вас пренебрежение к маленьким аудиториям и звездную болезнь. Знаете зачем? Потому что человечеству всегда интереснее наблюдать за тем, как кто-то падает, чем за тем, как кто-то поднимается. Но если вам будет одинаково не стыдно показать свой труд и одному человеку, и целому залу, то вы не упадете. И с тех пор Намджун проверяет все свое творчество именно по этому принципу. Глаза в глаза, на самых близких людях. На зрителях, которые настолько объективны своей необъективности, что будут придираться к каждой мелочи. Лишь бы их любимый ты был лучше всех. Всегда лучше всех. Поэтому некоторые песни он несет с беспокойством и неуверенной опаской. Некоторые не несет вообще. А некоторые... «Слушай, пап, я приеду к тебе сегодня. Надо одну вещь показать, послушаешь? И маму позовем, и бабушку, да?» «Сынок, ты же знаешь, из нас плохие ценители. Мы половину вашего молодежного языка вообще не понимаем». «Ну, Spring Days же вы поняли, помнишь?» «Помню. Хорошая песня». «Ну так вот, я приеду». «Приезжай, сынок». Глаза в глаза всегда страшно. И именно поэтому начинать нужно только так.